Всем свободным привет! На связи с вами свободная девушка. И что, устроим сегодня дискотеку? Все, кто сидят по своим зимним убежищам и не выезжают на зимние игры. Скучно, конечно. Поэтому, ну давайте мы сегодня Юру Шатунова, допустим. Что я шучу, ну что-нибудь такое сыграем. Но играть-то, в принципе, я не умею, как вы сами понимаете. Но душа-то просит. Очень хочется вам что-то такое сыграть, то, что напоминает о нашем игровом мире, который нас объединяет. И так как я очень сильно на сталкере повернутый человек, где-то это, конечно, глупость. И все же, я прочла очень много книг. Ну как прочла? Прослушала я. Аудиокниги люблю. И играла в многие моды, почти во все. Часто какая-то игра или книга ассоциируется с какой-то песней. Я думаю, сейчас все вспомнят очень один старый мод, называется «История прибоя», с вот такой темой. Музыка Rob D, «Club to Death», «Клуб смерти». Иногда лучше не переводить английские тексты, очень сильно удивляешься. Ехали на последние игры, и там такая песня знаменитая. Девушка поет «Поцелуй меня в спину», «Поцелуй меня в спину». Я говорю, блин, капец. Еще такого сыграть. Если кто помнит фильм про Чернобыль, четырехсерийный, в главной роли которая была такая девушка по имени Алька. Только звали Алевтина, а меня Альбина. И там игралась композиция Эдварда Грик «Сальвей» из арии «Пер Гюнт». Я вам сыграю только отрывок. Не буду играть полностью песню, потому что я просто вам полностью не смогу сыграть. Thank you.
Я думаю, что на этом, наверное, сделаем отвлечение и вспомним группу Тату. Может, даже споем. Он сказал, я устал, и легко не вернуть. Ты считаешь до ста, ты мечтаешь уснуть. Ты считаешь до ста, сто случайных имен. А тебе надо спать и не думать о нем. Наши 2000-е. Вообще, конечно, песен много. Пока сам играешь, как-то еще так более-менее получается. Как только начинаешь на камеру играть, ну, постоянно лажаешь. Хочется мне вам сыграть про одного такого в маске, который Бэтмен, короче. Ну, так гремит, но вы особо не судите. Thank you.
всем, кому было интересно, вступайте в ряды свободы и ставьте лайк, если понравилось.